Ох, бля. И он еще и отжимался в этом дерьме. О, ни хрена, сколько навалил. Собака, ты че, верблюд? Всем доброго времени суток, меня зовут Валерий, и снова GTA 5. Продолжаем проходить. В прошлой серии мы с вами поохотились на оленей и выполнили, сделали два добрых дела. Ну, одно, конечно, не очень удачно, а второе, конечно, очень удачно. Вот. Итак, мы приехали к трейлеру Тревора. Сейчас нас ждет, значит, наверное, сюжетное задание. Давайте взглянем. Опа. Дэйви. Иди сюда. Ты ведь даже не прячешься. Ну что, дело сделано? Я старался, Тревор. Старался. Подойди сюда, ладно? Бить не буду. Я старался. Я знаю, я знаю. Ты же сказал, что бить не будешь. А ты сказал, что найдешь гребаного Майкла Таунли. В Лос-Сантосе два Майкла Таунли. Одному 83 года, а второй в детский сад ходит. Я попросил воспитательницу позвать его к телефону на всякий случай. Но она пригрозила, что вызовет полицию. Я же не педофил, Тревор. Заткнись, а то я тебя от педофилю, понял? Так еще, что есть? Я просмотрел всю телефонную книгу и нашел какого-то Майкла Де Санто. Возраст примерно тот же, жена, двое детей. Как зовут жену? Аманда. Аманда? Да, дебил, да ты гений. Давай, иди сюда. Никогда не скрывай от меня то, что я хочу узнать. Извини, Тревор. Рон, ублюдок мелкий. Бегом сюда. Едем в Лос-Сантос. Правда? Не ты, мы с Уэйдом. А я? Ты исполнительный директор Travel Phillips Enterprise. Найди нам какое-нибудь дело, чтобы мы могли заработать деньги. И наведи тут порядок. Идем, Уэйд, идем. Я сяду за руль. А если мне станет скучно, может мне подрочить. Шучу. Можешь и отсосать. А мы за мороженым заедем? За мороженым. Так, где у меня тачка-то? Вон. Погнали. Вот и настал момент, короче, когда мы, значит, едем в Лос-Сантос. Ну что, едем? Садись. Где твои люди в Лос-Сантосе? Там только мой кузен Флойд. Он живет со своей подружкой в местечке под названием Веспуччи. Ну и зачем там останавливаться? Уэйд, семья это важно. Не так как человек, который нанял тебя на работу, наставлял тебя. А в прошлом году кормил амфетаминами, но все равно важно. Кузен, кузена нужно что-то там. Тревор, я давно к нему не тем более надо заглянуть. Хорошо, все это замечательно, но где мы остановимся по дороге? А тут типа становится довольно мокро. Мать твою, в этот прекрасный город нагрянула еще одна банда пропащих. Они хотят оплакать погибших и, возможно, отомстить. Я подумал, что мы с тобой могли бы нанести им визит. Тревор, я не думал, что нам надо будет... Там будут рады. Ведь ты же тот чувак, который, ну, стал причиной их несчастий. Уэйд, горе обладает удивительным свойством сближать людей. Вот увидишь. Кроме того, я захватил для них подарки. Хорошие? Типа цветы или торт? А, цветочки и торт. Я даже боюсь представить, что за цветочки и торт приготовил им Тревор. Лагерь вон там. О-о-о-о, дорога скользкая, мать твою. Нифига себе, погодка разбушевалась. Вообще просто жесть, да? Погодка. Эти идиоты облажались, а все из-за льда. Братья, вы погибли, но вас не забудут. Мы найдем ту суку.
Так, разместите бомбы липучки. А, бомбы липучки он прихватил. Вот его типа подарки. Жди здесь и не дай себя убить. Не задерживайся там. Так, написано было разместить бомбы липучки на трейлеры. Окей. На карте вон отмечены трейлеры разные. Ну давай. По порядочку, наверное. И, наверное, надо не поднимать шум. Сейчас мы с вами. Удерживайте этапы, используйте, чтобы выбрать бомбу липучки. Так, бомбу липучки. 20 штук. Отлично. Устроим прощальный фейерверк. Главное не напороться тут ни на кого. Так, нажмите, чтобы разместить бомбу на земле или вертикальной поверхности. Одна есть. Вот этот трейлер получается, да, наверное? А, нет. Я что-то подумал, это вот этот трейлер. Так, два вдоль дороги. И два где-то в середине там. Давай пройдемся вдоль дороги сейчас. Для начала. Посмотрим. Я думаю, они попроще. А вот в середине надо будет как-то по-тихому. Чтобы нас не засекли. Так, отлично. Вот еще один. А, да ладно, я не туда прикрепил. Ничего, бывает. Нормально. Одной бомбой меньше, одной больше. Вот так. Тихо. Тут кто-то есть, да? Надо по-тихому, по-тихому. Так, следующий трейлер. Ой-ой-ой-ой, кого-то там пинают, кого-то там бьют. Байкеры развлекаются, что ли? Здесь чужой. Да в смысле? Вали, козла. Тихо-тихо-тихо-тихо. Меня засекли. Меня засекли. Ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну это традиционный мой, короче, стелс. Я по-другому не могу стелсить. Это мой стелс. Так, ладно, давай. Сейчас вот мы сделаем все как надо. Как нужно. Окей. Так, раз. Угу. Раз. Теперь. Набегаем, давай вдоль забора, там перелезем, короче. И все будет на мази. Аккуратненько, аккуратненько. Так, вторая. Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть не засекли. Давай перелезем через забор опять. Короче, сделаю вот так. Я надеюсь, за забором меня не заметят. Опа, тихо. Надо, короче, как-то я не знаю.
Вот это вон тот трейлер получается, наверное. Да. Тот трейлер. Так, чувак у тачки. Сейчас мы обойдем. Ну, вот, в принципе, можно и не перелазить, я смотрю. Можно вот так обойти. Так, отлично, третья. Три. Так. Теперь вот туда, куда-то в середину надо пробраться. Тихо. Так. Двое там. Да получается вот этот трейлер, да? Который с флагом. Я поехал, братья, счастливо. Давай пока. Сестра. Бегом сюда. Так, погодите. С какой стороны? А, вот те уехали, хорошо. Теперь можно с этой стороны обойти. Ай-яй-яй-яй-яй. Твою-то мать, опять засекли, что ли? Юкала Мене. Ладно. Давай, ставим. Ставим, быстрее, вали. Все, валим. Валим. Так, а где моя машина-то? С какой стороны? А как мне взорвать? Мне ж как-то надо взорвать еще. Чё-то нифига не могу понять. Где тачка-то моя? О, хорошо. О, я обосрался. В смысле, погоди, а... А, погоди, а как это взрывать? Go. А, во! На Г. Все, вернитесь к Уэйду. Окей, валим теперь. Да твою мать, ну! Все через жопу что-то. Все через жопу. Че, заново, что ли, сейчас закладывать опять? Да ладно. Так, дорога зовет. А, все, что ли? Все, засчитали. Хорошо. Да перед из Долос Сантоса. Все отлично, зачитали. Ну, криво через жопу, но прошли, короче. Че поделаешь? Тактика у меня такая.
Все через жопу. Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired-ass movie quotes? With my dead friend's alias? And my dead friend's family? The house that must have been paid for with my dead friend's stashed millions? Wow, that's a real... Блин, дорога вообще опа. Скользкая. Машина носит... Да куда? Она вообще не поворачивает. В смысле? А если я собью, короче, оленей, то если я их сфоткаю, тоже засчитается? Что я, типа, это, добыл дичь? Да пипец, ну вообще машину носит как скотину. Может, какие-то нужны специальные покрышки, не знаю, чтобы... Да вообще не поворачивает, да чё... В смысле, чё за бред-то? Я понимаю, хреновая дорога, типа, скользкая. Да чё она вообще... Она вообще не поворачивает. Да пошли вон. Так вот, по грязи, и то лучше, чем по обычной дороге ехать. Может, покрышки реально какие-нибудь продаются нормальные, специальные, у которых сцепление с дорогой лучше? Because he's not a fucking sellout idiot. Or hockey player. He did for a while. But his coach accidentally had a stick jammed up his ass. What could he do? Я думаю, сейчас, как мы приедем, короче, в этот... в Лос-Сантос. Край этой долбанной земли. О, смотри, как красота. Ночной Лос-Сантос просто. Красота, да? Я думаю, этот Майкл будет в таком шоке, когда Тревор приедет в Лос-Сантос. Будет жесть просто. Ну, тачка как у этого, как у Франклина вроде. Или просто похожая. Так. А что, сюда, что ли? Ну-ка, не понял. Ну, бомбы, липучки можно убрать, наверное. Ну, Майкл, вот значит, где воскресают мертвецы. Почти 10 лет прошло. Но еще денек-другой ты уже всяко протянешь, да, старина? Обманщик хрена. Я по тебе скорбил. А ты даже не умер, сука. Ты был моим лучшим другом. Ну ничего, скоро я приду и макну тебя мордой в говнюк. Куда он там макнет его мордой, короче? Лос-Сантос! Мы едем в Лос-Сантос. Так ты расскажешь мне историю про того мальчика Тришу? А, да. На чем мы остановились? Ты говорил о том, что он умел делать, а мяч бросать он не мог. А у его тренера был несчастный случай с клюшкой, совсем как у меня. Точно. Но этот парнишка умел летать на самолете. Вот он и завербовался в ВВС, чтобы целый день летать, бомбить. Может быть, даже сбросить ядерную бомбу. И все шло хорошо, но однажды, когда он еще не получил нашивки пилота, злая ведьма, руководившая психологическим обследованием, сказала ему, что он неуравновешен и навсегда закрыла ему путь в небо. Ужасно, точно. Он утонул в океане сомнений и отчаяния. А когда он опустился на самое дно, то встретил толстого сладкоречивого тролля. Круто, а как звали тролля? Майк, Мишель.
Женщина-тролль? Да, у нее были сиськи, но все же он был мальчиком. Мишель — странное имя для мальчика. Он и был странный, сидел себе под мостом и грабил прохожих. И иногда, правда, заходил в город, грабил там лавки, таверни. Он убедил нашего героя, что тому тоже нужно грабить. И знаешь, маленький Триша действительно стал грабить людей, и у него это хорошо получалось. И стали они жить и поживать, да добра наживать? Да, но ненадолго. А потом тролль встретил другого тролля в стрип-клубе, и они сошли с ума от похоти. Он купил ей пару фальшивых тролльских сисек, которые были даже больше, чтобы она могла зарабатывать больше денег стриптизом. И может еще подхалтуривать. Но этого я тебе не говорил. Ух ты. А потом она разродилась парой тролльчат, и большой злой тролль сдулся. Поэтому малыш Тревор обзавелся новым другом по имени Брэд и стал подумывать о том... Короче, не успеваю, ладно. Читайте там сами, я не успеваю. Слишком большое движение, короче, в городе, и я не успеваю тут читать и смотреть. Это, знаешь, надо быть хамелеоном, чтобы один глаз смотрел на субтитры, другой глаз смотрел на дорогу. Всегда эта штука добивала в этих GTA. Зачем делать, короче, текст во время движения, блин? Не, можно, но не настолько много. Так, окей, мы приехали, получается, к кузену, да? О, здесь паркуемся. Флойд! Давай наверх, Тревор. Так, а где тут наверх-то вход? Флойд, это я, Уэйд. Кто? Я, Уэйд, твой кузен. Кто? Твой кузен. Черт. Он к тебе приехал в гости, мудак. А теперь поднимайся с пола и иди налей нам выпить. А, это ты, Уэйд. Я слыхал, ты там где-то у себя дуешь лед. Нет, не где-то, а здесь. Он будет дуть именно здесь. Неси зажигалку. Здесь нельзя курить. Вот как. Это дом моей подружки, она на бизнес-конференции. Нам нельзя здесь курить, и оставаться тоже нельзя. Как дела-то, кузен? Сколько времени прошло? Да я тебя не видел с тех пор, как тебя застукали. Это еще пусть докажет. Вам обоим лучше уйти. Моя девушка убьет меня, если узнает, что у меня были гости. Если она любит тебя, должна любить и твою семью. Ты принесешь мне выпить или нет? Я по-хорошему попросил. Хорошо, ладно. Но у меня нет выпивки. Так иди в магазин и купи мне чего-нибудь. Иди с ним. Так, ладно. Черт. Так, теперь вы можете использовать квартиру Флойда в качестве убежища. Здесь можно сохранить транспортные средства, паркуя их у дома. Почему я назвал... Уэйда... Дэйви? Почему? Кто мне скажет? Так, теперь вы можете выбрать между Майклом, Франклином и Тревором. Окей. Окей. Теперь, в принципе, смотри, а это, наверное, подружка, да, Флойда. Такая вот. Бизнес-вумен. Окей, опа. Так, амуниция что-то там прислала мне. Мы можем с гордостью предложить клиентам новые... Понятно, неконтактные мины. Хорошо, в некоторые... Понятно. Опа. Закончила, типа, университет, когда... Вышку, наверное, закончила, да? Так, что еще у нас здесь есть? Опа, спальня. Какой вентилятор? Какой вентилятор? Сохранить игру здесь можно. Понятно, ясно, понятно. Так, что еще? О, переодеться. Давай-ка переоденемся. Брюки какие-то новые появились, что ли? О! Хорошо. Так. О, охотничий костюм, нормуль.
Будем по городу в охотничьем костюме гонять. Нормуль. Другое дело. Так, Рон. Что он мне там прислал? Я тут слышал по радио рекламу летней школы в Лос-Анджелесе. Не хочу сказать, что тебе надо учиться чему-то новому. Просто думаю, тебе понравится. Спасибо, Рон. Очень-очень приятно. Так, давай посмотрим. Что у нас? Два задания у Тревора. Одно у Франклина, одно у Майкла. Давай-ка к Франклину заглянем, чем он там занимается. Еще одна куча дерьма на моей земле. Нужно выдрессировать тебя так, чтобы ты срал у соседей. Это он Чопа, наверное, говорит, да? Ох ты. И он еще отжимался в этом дерьме. О, нихрена, сколько навалил. Собака, ты че, верблюд? Лестер, как дела? Драгоценности проданы, а среди ты, Мэкс, друг Майкла, уже получил компенсацию за дом. Так что сейчас я перевожу твою долю на твой счет. Ты хорошо поработал. Ладно, круто, с тобой приятно иметь дело. Опа. Ух ты, нихрена себе, сколько бабла. Сколько бабла. Прикольно. Прикольно. Так, ну-ка. Опа. Это что такое? А как посмотреть-то? Стой. А как посмотреть, что это такое? Точка маршрута. Непонятно. Странно, странно. Так. А, оранжевый это, наверное, за Тревора, да? Майкл, видишь, сразу высветился. У Тревора раз-два задания есть. Так, окей. Ясно, понятно. Ясно, понятно. Ну что? Где там домой? Я так понял, он позанимался. Почему тебе все время надо поднимать что-то там? Что мне там поднимать надо? Так, ладно. Давай, сохраняю игру, короче, и на этом буду заканчивать. Вот, дорогие друзья, видос подходит к концу. И продолжим. Ну, наверное, за Франклина, да, поиграем уже в следующей серии. Вот. Отправимся к Майклу. Посмотрим, что там будет. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, плейлист, ссылка будет в описании, прохождение 1000 подписчиков и устраиваю конкурс. И не забываем писать в комментах, постоянный зритель, хочу в беседу, я добавлю вас. Вот. Все. С вами был Валерий, всем пока.